Здесь уже кабинеты, да? Это кабинеты начальных классов. Ну, пойдешь сюда, скоро учиться. А ты учился в этой школе? Здание Софинской школы, которое находится в поселке Рао с 1967 года постройки, в настоящее время здесь проводится капитальный ремонт в рамках государственной программы «Модернизация школьных систем образования». Мы сегодня делали нашу инспекцию с одним из учеников, который учился в первом классе. Сейчас он вынужденно ездит в другую школу, но с удовольствием показал нам свой класс, отметил, что да, действительно улучшение налицо, и ему будет очень радостно вернуться. Особенно понравился спортивный зал. Мальчишка занимается спортом, боксом. Сказал, что я вернусь. Вот мне здорово в таком спортзале заниматься. Капремонт образовательного учреждения начался в декабре прошлого года. С того момента глава Раменского городского округа Николай Ханин держит на личном контроле ход ремонтных работ. На этой лестнице, на которой мы с вами находимся, были такие массивные бетонные перила, которые были не очень красивые, не очень гармоничные. Было принято совместное решение, что мы поменяем эти перила, сделаем их более легкими, более комфортными. Ну и открылся у нас такой доступ сразу на второй этаж. Второе у нас было изменение в проекте. Это двускатная крыша. Крыша раньше была плоская, сложная для обслуживания. Было принято решение, тоже по просьбе родителей учащихся и руководства школы, заменить крышу на двухскатную. Крышу заменили, в проекте все согласовали. И вот сейчас можем видеть, что уже окончательный этап монтажа крыши. Конечно, есть еще одно решение, которое у нас всегда волновало – раздевалка, потому что детей много и не хватало этой площади. То есть нам все-таки нашли решение этой проблемы, и теперь наши дети действительно будут в комфортных условиях находиться. В настоящее время строители вышли на финишную прямую. Готовность школы составляет более 80%, отметил Николай Ханин. Мы оценим строительную готовность порядка 82%, но все равно есть недоделки, на которые мы обращаем внимание. Работы выполнены качественно, работы выполняются раньше срока, и сейчас мы самые первые в области по выполнению этих задач, по капитальному ремонту образовательных учреждений, и я уверен, что мы этот темп сохраним. Это что будет? Кабинет химии. Ну, вам будет комфортнее теперь работать. Понятно, так страшно. Почему? Ну, ответственность больше. Такого не было условий, нужно будет привыкать. Налаженный диалог подрядной организации с дирекцией школы позволил решить важную задачу – увеличить учебное пространство. То есть, если ранее она была рассчитана на 260 детей, теперь она уже рассчитана на 300 детей. То есть, соответственно, мы сможем решить в ближайшей перспективе. То есть не будет у нас второй смены, потому что боялись этого в первую очередь. Контингент растет, поселение расширяется. Это национальный проект, это то, о чем говорил президент. Это то, на что мы обращаем повышенное внимание. И, конечно же, огромное спасибо и Андрею Юрьевичу. И если Владимир Владимирович нас услышит, тоже огромное спасибо от всех жителей нашего Софина и от всех тех, кто будет учиться в этой школе. Екатерина Фролова, Сергей Григорьев, Андрей Минкин, Раменское телевидение.